Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. И сегодня будет обзор моих покупок хозяйственных для дома. Если вам интересно узнать, что это были за покупки, тогда я вас приглашаю к просмотру. И надеюсь, данное видео не будет сильно длинным. Ну вот, девочки, первое, что хочу показать, это вот такой вот порошок японский. Он идет от производителя памперсов Мэрис. Он рассчитан у нас на 29 стирок. И как производитель говорит, то что он заменяет, по-моему, 1 килограмм обычного порошка. Ну, не знаю, девочки, сейчас вовсю его начинаю тестить, пользуюсь. И уже, конечно, подробно расскажу в пустых баночках. И если кто-то пользовался данными порошками, девочки, делитесь своим опытом, как вам понравился или нет. Следующее, что хочу показать, это вот такой вот огромный бутыль гель для стирки сияния цвета от Ласки. Тоже вовсю им пользуюсь. Сейчас начала, точнее, его тестить. Как вы слышите, наверное, на заднем фоне у меня стирает стиральная машинка. Он рассчитан на 50 стирок. И, наверное, уже тоже более подробно смогу хоть как-то рассказать в пустых баночках. Потому что сейчас, как бы, ну, такое впечатление о нем весьма непонятное. Следующее, это у меня уже огромное просто упаковка пакетища, который сейчас пришел с магазином. Ну так вот, наконец-то, девчонки, я купила свой любимый вернель. Это у нас, правда, идет цитрусовое масло и ваниль, супер концентрат на 1 литр. Надеюсь, девочки, мне его хватит, ну, не скажу, что на максимум долго, но на хороший промежуток времени, потому что с этим линором я просто замучилась. От него ни два, ни полтора, в общем, просто выброшенные деньги. А вернель меня никогда не подводил, а вот эта вот их серия ароматерапия мне вообще очень сильно нравится, особенно в темной упаковке, где там, по-моему, аромат орхидеи. Но вот этот мне тоже понравился, я его взяла, буду пользоваться, так что классная штука, советую. Следующее, что я купила, это уже будет не для стирки. Ой, это у меня вот такой вот Сантер гель белизна, 3 в 1, многофункциональное средство. Он идет у нас для стирки, его можно использовать для унитаза и для промывки канализационных труб. Почему я его взяла, изменила своему зелененькому Сантеру? Потому что он универсальный оказался, и я решила попробовать. Чем не шутит производитель, а вдруг, правда, настолько будет универсальная. Стоила она, кстати, 75 рублей в Магнит Косметик. Так что, девочки, если тоже пользовались, пишите комментарии, что вы скажете об этом. Так что я им буду пользоваться в первый раз. Следующее, что взяла, это Фейри. Апельсин и лимонник, 2 раза гуще. Взяла такую маленькую упаковочку, потому что не было больших. Большая, кстати, мне намного больше понравилась. Хватает на дольше и вообще голова не болит. Большой упаковки мне хватило, по-моему, на 1,5 или 2 месяца. Так что ждите в пустых баночках. Аромат тоже прикольный, лимон и апельсин. Правда, приедается данный аромат. Но что делать, как бы других не было, взяла этот. Стоил он что-то 50 или 60, 55 либо 60 рублей. Следующее, что покажу сразу же и уберу, это, та-дам, да, блогеры снимают туалетную бумагу, я в их числе, это Зева, моя любимая Зева, девочки, да, взяла вот такую огромную байду рулонов, тоже у нас идет здесь акватуб, идет втулка, которую просто можно выбросить в канализацию. Конечно, сиренью не пахнет, она приятная, в принципе, при использовании. Я не скажу, что она мега дорогая, я не скажу, что она мега дешевая. Да, это не 3 копейки туалетная бумага, но она хотя бы не рассыпается в руках. И вот этих 8 рулонов, как бы для семьи из 3 человек хватает, ну, не скажу, что на очень долго, но на месяца 2 это точно как бы можно забыть. При том, что я могу просто пользоваться, даже вытирать руки данной туалетной бумагой. Так что вот так вот, девочки. Следующее, что взяла, и прям, знаете, с каждым разом приходишь и берешь, это все дороже и дороже становится. Это тоже Зева полотенце, премиум формат, они отлично впитывают. Вообще, производитель говорит, что вот эти вот бумажные полотенца, они не рассыпаются. Я очень вообще довольна осталась предыдущей упаковкой, и вот эту взяла, знаете, даже вот очень сильно довольна осталась. Тоже 2 полотенца, и и взяла, и довольна, вот, тоже в сиреневеньком цвете. Следующее, что было куплено, это были 2 вот такие вот, господи, мешки для мусора, девочки, 35 литров они идут, сушками, биоразлагаемые.
Классные пакеты, прочные, выдерживают кучу мусора, даже тяжелого, и не рвутся. Самое классное то, что вы донесете до мусорки. Взяла две упаковки, и стоили они тоже что-то уже, по-моему, по 70 рублей. Давно, по всей видимости, я не была в магазине, и либо 75 рублей, девочки. Ну, конечно, цена завышенная, но хотя бы, по крайней мере, мне не нужно покупать уйму разных других пакетов и переживать, что у меня по дороге пакет с мусором порвется. Да, девочки, у меня были такие эксцессы, инциденты, когда у меня просто не доживал пакет до мусорки и мог порваться, поэтому беру такие. Следующее, что было куплено, это уже любимейшая моя туалетная бумага Aura Nice с ромашкой для нашего ребенка. Кстати, взяла тоже по скидке. Была 62 рубля, по-моему, она стоила. Здесь 72 салфетки. Для ребенка хватает достаточно надолго, если мы не присоседиваемся к данной туалетной бумаге, потому что туалетная бумага классная, девочки-мамочки. Кто сейчас вообще переходит на то, чтобы ребенку пользоваться туалетной бумагой, присмотритесь к данному производителю. Из всех, что я пробовала, вот это мне реально понравилось. Еще раз повторюсь, стоило оно 62 рубля, на нее была скидка. Следующее, что взяла, это были вот такие вот бумажные платочки взяла, потому что надо было. Они стоили, девочки, кстати, 20 с копейками рублей или 30 с копейками рублей. Ну, классно, по-моему, 30 с копейками рублей. Классные, неплохие такие, по-моему, салфетки. Мне их посоветовал продавец-консультант в Магнит Косметик. Сказали, хорошие, похожие на Зеву чем-то. Ну, не знаю, попользуюсь и в пустышках расскажу, если интересно. Следующее, что я взяла, пошерстим. Это были вот такие вот огромные бумажные однослойные салфетки обычные, 250 штук, стоило 35 рублей в Магнит Косметик. Любо-дорого, почему нет, взять и пользоваться. У меня это вообще, знаете, такой максимально расходный материал. Ну и, конечно, та-да-дам, спички. Так что вот, девочки, показала вам весь свой пакет, что я купила. Косметику, конечно, я вам покажу отдельно, там тоже кое-что приобрела. Смотрите в Инстаграм, что я там приобрела вначале там. Потом у меня будет, конечно же, отдельный обзор моих косметических покупок. Ну вот, девочки, спасибо большое, что вы досмотрели данное видео до конца. Большое спасибо, что вы подписываетесь на меня. Спасибо большое вам за комментарии. Спасибо за то, что вы, если вы зашли первый раз и подписались. Спасибо большое, что вы переходите на мой Инстаграм. Вообще вам огромное спасибо большое, что вы есть у меня. Без вас меня бы, наверное, уже бы здесь и не было. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Увидимся в скорых видео. До новых встреч и пока-пока!